Я так устал. За 3 года 30 прожил. Так скажи, зачем я должен? Завершать, что я не начал, я бы сделал все иначе, будь все в моих руках, я б смерти не искал, но я выпью чашу эту, пригвозди меня к распятию, бей, терзай, пытай, спеши, пока я верую в тебя. У меня нет ничего, у тебя есть все. У тебя есть дети, внуки, машина, муж. Все есть у тебя. У меня нет ничего. Мои рисунки со смыли дождем, их сдирают с корнем пополам. Я не нужен никому в этом городе, нету ни единого друга у меня. Понимаешь ты или нет, мои рисунки уничтожили, вызвав наряд полиции, и с тех пор я стал больным. А потом в 2018 году меня избил друг, в кавычках, он бил меня поставленным ударом, перчатками, вставленными в них металлическими наконечниками. Он бил меня по вискам, по глазам, по голове. Понимаешь, нет? Разбил мои очки. Он не держит на меня зла, я тоже нет. Я стал принимать таблетки, потому что у меня стали проблемы. Руминация, зацикленные мысли. Ты этого не знаешь, это словно ад. Наяву, и меня бросила девушка просто так, потому что разлюбила меня. Единственная девушка, которой было 18 лет. Единственная моя девушка на всю мою жизнь, которой было 18 лет. И она была девственницей, и я хотел встретить с ней старость. Я не хотел с ней изменить, никогда не изменял ей, не поднимал никогда на нее руку. И меня привязали. Мне нечего терять. У меня нету ничего, ни детей, ни друзей, ни единого друга, ни подруги, ничего, никогда и не будет. Ты идешь себе на работу, на свое засиженное место, на свое проперженное место. Ты ни о чем не паришься никогда, потому что зарплата двойная у тебя. Двойная у тебя. Ты посадила мою маму на то место, где в спину дует ей холодный кондиционер. И у нее пневмония. И каждый день приходила она, моя мама, с самого детства, и орала на меня, потому что
На нее кричала ее начальница. Думаешь, я не знаю, где ты живешь? Мне нечего терять, ты будешь жить, но ты будешь жить словно в смерти, как я. Мой мозг болен, он аутичен немного. Или его просто повредили во время рождения, я не знаю, что с ним. Я не утверждаю, что мой мозг аутичен. Его повредили при рождении и закололи меня антибиотиками, врачини. Потому что моя мама выбрала карьеру, чтобы работать на тебя, понимаешь? И чтобы ты на нее орала и выплескивала на нее пассивную агрессию. И теперь я болен, я живу на таблетках нейролептики. Мне нужны нейролептики, я принимаю их каждый день, но они дорожают с каждым месяцем. И они жадные, они не могут их сделать 10 миллиграмм хотя бы. Приходится травиться 5 миллиграмм таблетки и антидепрессанты. И мне становится тогда полегче, когда я вновь их выпью 3 таблетки или 4, большую дозировку. Мне становится полегче, у меня пропадают руминации, мысли мстительного характера, которые терзают Кинг-Кинга в одиночной камере! Ты можешь жить спокойно, ничего не будет. Смерть моя. Я ищу того, кто научит меня. Тот, кто написал мне в комментариях, что цианид калия помогает убить меня. Он хотел убить меня. Посоветовал мне цианид калия, чтобы я убил себя. Я написал ему и поставил лайк. Я написал ему, где мне достать его, скажи. И он слился. Понимаешь, он слился. Он живет счастливой жизнью. Он живет счастливой жизнью. А я живу как тень. У меня нет ни единого друга, ни подруги в реальной жизни. В реальной жизни! Можешь ты отличить чертов контакт от реальной жизни? Чертов ты мудак! Представляешь, ты живешь каждый день один. Твои друзья все тебя бросили нахрен. Ты никому не нужен в этом мире. На тебя орет твоя мама или отец каждый день. Потому что мы живем в нищете, потому что на них орет начальница. Но я ни на кого не ору, я принимаю таблетки, чтобы мне было полегче от этого. Но на меня орут с детства и бьют, и били с детства, и по голове. И теперь я больной, сумасшедший, и мне нечего терять. Думаешь, в России не легально? Да, в России не легализовано огнестрельное оружие. Но это ничего не меняет, потому что я могу принять цианид калия, как посоветовал мне добрый человек в комментариях ВКонтакте. Это же такое доброе место. На моей странице, под моим стихом грустным, в ответ мое творчество мне желает смерти. Но перед этим будет кое-что, о чем я не скажу. Я знаю, где ты. Перестань издеваться над моей матерью, добрая женщина, добрая начальница. Перестань, прошу тебя, по-доброму. Потому что от этого зависит мое состояние, моя болезнь. Она прогрессирует. Сколько денег я грохаю на эти лекарства? Пожалуйста, не увольняй ее. Пожалуйста, сохрани ее психическое здоровье в порядке, чтобы она возвращалась в хорошем состоянии домой. Моя мама одинока. И смерть придет за мной скоро. Смерть придет за мной скоро. Но перед этим
Я промолчу, что будет! Я промолчу, что будет! Я промолчу, что будет, сука, блядь! Тебе пиздец! Ничего не будет тебе, твои дети и внуки будут счастливы, они будут счастливо жить, будут счастливо жить, и ты тоже встретишь счастливую старость. Все вы будете счастливы, постоянно счастливы, эндорфины, серотонин вырабатываются у вас естественным образом, а у меня этого нет. Я не курю и не пью, а те видео, которые выложил, это старое видео, я пытался просто понять простых людей, почему они постоянно курят и пьют здесь на каждом шагу. Все мои сверстники курят и пьют, все молодые, они с подросткового возраста курят и пьют, и бухают, и матерятся. У меня нет друзей, нет подруг, ничего нет. Мои картины все выбросят, все мои картины смыло дождем, а некоторые уничтожила Федорова. С вами все будет в порядке. С вами будет все в порядке. Вы встретите хорошую старость, Горячкина, Федорова и начальница моей мамы. Посмотри на мои картины, они никому здесь не нужны, ни вам, никому, я только по-хорошему прошу. Просто оставь мою маму в покое. Просто перестань проявлять на нее пассивную агрессию. Я просто прошу вас, пересадите ее с места, где кондиционер дует ей спину, и она теперь кашляет до конца жизни. И у меня фобии развились, и я стал больным человеком из-за того, что на меня кричали. Я не воспитывался отцом, я воспитывался только мамой и бабушкой. На меня кричали каждый день, да, я жалок. Но я ничего не сделаю тебе. Я не злой человек на самом деле. Просто по-хорошему прошу. Прошу тебя по-хорошему. Умоляю. Пожалуйста, перестаньте делать так, что моя мама возвращается с работы в ужасном настроении. Что вы ей говорите? Что вы ей делаете? Я знаю, женский коллектив жесток. Пожалуйста, подобрее отнеситесь к ней. А если вы ее уволите, я перестану принимать таблетки. И тогда вы только вырастите дерево, от которого пожмете ядовитые плоды. Прошу вас, умоляю по-хорошему, ради Бога. Прошу тебя, Господь, помоги, сделай так, чтобы моя мама прожила дольше, чтобы она возвращалась домой с работы в хорошем настроении. Умоляю вас. Умоляю, начальница моей мамы, прошу тебя. Сделай так, чтобы моя мама возвращалась в хорошем настроении, чтобы она не орала на меня и не била меня. Умоляю тебя. На коленях тебя прошу. На коленях тебя прошу, начальница моей мамы. Сделай так, чтобы моя мама, не кричи на нее, не выплескивай на нее раздражение. По-доброму относись к ней, пожалуйста. Хотя бы ничего не говори ей плохого, просто относись к ней так же, как она к тебе, спокойно. Относись к ней так же, как и всем, к остальным.
Не надо ее обделать крайней, умоляю. Прошу тебя, Господь, дай сделай так, чтобы мои картины приносили средства, и моя мама была счастлива, чтобы мои деньги были, бы я живу в капиталистическом мире. Пойми, Господь, Иисус, я живу в капиталистическом мире, Люцифер. Прости, прости, Иисус, за мою смерть, за то, что я сделаю. Прости. Моя смерть близка. И я скоро умру. И это не шутки, потому что жить мне осталось не больше 10 лет. А ты просто собираешься жить сколько? Больше 10 лет, а? Прошу тебя! Прошу тебя! Чертов капитализм! Чертовы деньги, блять! Я ненавижу эту систему! Когда у меня не будет зрения, благодаря тому, что меня изобил мой один мой хороший друг, в кавычках друг, прошу тебя, я его простил. Прошу тебя, Господь, сделай так, чтобы все было хорошо. Пожалуйста, сделай так, чтобы моя мама была счастлива. Я отдал ей последние деньги, которые мне задонатил один человек. Я не трачу ни на что деньги, я покупаю только лекарства, которые мне нужны, потому что мне очень плохо без них. Я бы уже сидел в тюрьме или совершил суицид без них. Вы не понимаете этого, я не наркоман никакой. Пожалуйста, тебя, начальница моей мамы, я знаю твою фамилию, я знаю, где ты живешь. Пожалуйста, относись к ней подобрее, умоляю тебя! Умоляю тебя! Сделайте так, чтобы моя мама больше не орала на меня, как с самого детства! Как она на меня орала, когда я приходила, она приходила с работы, я сидел в своей комнате в хрущевке и плакал в один, каждый день. А в школе у меня тоже всегда был один. Умоляю вас, прошу тебя. Я просто мечтаю сделать город красивым. Я просто мечтаю сделать чудо света, чтобы кто-то обратил внимание, какой-нибудь богатый человек, которого есть деньги, чтобы он выделил мне маленький городок или хотя бы дом, чтобы я его разрисовывал по наитию своими пейзажами. Посмотри на мои рисунки по ссылке. У меня нету никого, ни девушки, ни друзей, никогда не будет. Мой отец со мной не говорит. Моя мама со мной не говорит, и не с ним поговорить. Я разговариваю только со своим телефоном. Я просто мечтал с 17 лет, я рисовал бесплатно для этого города мелками на серых плитках. Я не получил за это ни копейки, только стресс, нападение, угрозы и агрессию какую-то. Но бывало, что люди добрые, они восхищались этим, и они вдохновились стать художниками или художницами. Хотя их родители силой заставляли их ходить в художку, но после того, как они посмотрели, как я рисую, они решили стать художницами, художниками, отморозки, которые издеваются над людьми, когда видели это. Один из них плюнул в мою сумму, на другой стороне, другой его осудил, сказал, видишь, человек рисует. Никому это не нужно, я никому не нужен в этом чертовом городе. Я нон персона, нон грата в этих библиотеках чертовых, где меня не пускают, ко мне относятся с подозрением. Просто потому, что я сказал одной библиотекарше, тогда она меня нахамила, я просто сказал ей, я не матерился, я просто сказал, зачем вы нахамили, вы сами
Ну и что ты такое сказал? И я теперь трясовна Нонграда, ни одна библиотека меня не пускает, потому что я негатив им дал. Мне так плохо, когда моя мама на меня кричит и бьет меня. Я не могу жить у своего отца, потому что там нету места, где жить. Он живет в маленькой хрущевке. Там все захламлено, а там нету места даже, где спать толком. Я не хочу совершать преступление. Я не хочу совершать преступление, а потом убивать себя. Я хочу просто сделать город чудом света, чтобы сюда повысилась экономика, туристы съезжались со всего света. Но вместо этого я умираю, и мне придется совершить преступление. Я скину ВКонтакте или где видео выложу. У меня мало дистрофия, обоим глаз, я пятна перед глазами, я слепну. Скоро, через 10 лет, я ничего не буду видеть, блядь. И меня бросила моя единственная девушка. С которой у нас были 3 года отношения. И теперь уже 3 года, как я гнию заживо. Пожалуйста, прости меня. Я прошу просто. Сейчас у меня есть таблетки, но потом их не будет. Дешевый флуоксетин, антидепрессант, отечественного производства помогает мне ничего не чувствовать, хотя бы депрессию, но и радости я не чувствую. У меня ни хрена нет работы, потому что коронавирус, и потому что я просто паразит, сорняк и ничтожество, да. Но хотя бы просто по-доброму относитесь к моей маме на работе. Я умру один, я знаю, что я умру одиноким. Так сказать, написала мне моя девушка, ты все равно умрешь один. И еще много чего гадостного, но я все равно, я виноват в этом. Я хоть я и не изменял ей ни разу, не поднимал никогда руки, ничего. Я виноват в этом, пожалуйста, прости. Я бы на твоем месте то же самое сделал. Просил бы меня. Просто бы забил, разлюбил бы меня. Сейчас на твоем месте. Пожалуйста, прости меня, мне так тебя не хватает. У меня нет никого. В России нет у меня ни хрена друзей. Никого, у меня нет будущего здесь, нигде. Ах.
No future! No future! My art is dead! Мои картины просто уничтожат! I no future! My art is no future! My art is dead and I was dead! And I will hell! Но я бы мог принести пользу, разрисовывать этот город, со свои средства я рисовал всю жизнь, не получая за это ни копейки, белками на плитках бетонных серых и смывал над дождем. А после смерти я окажусь в аду, потому что у меня не будет таблеток, а болезнь будет прогрессировать. Вы живите счастливо, вы живите, радуйтесь жизни. Спокойно живите, я лишь тварь дрожащая, я умру, вы даже не заметите. Ничего вам не будет, не бойтесь, хоть я знаю, где вы живете все. Кто решил у меня зрение, кто сделал моей маме пневмонию, из этого чёртова кондиционера, кто затравит ее на работе. Я знаю, где ты живешь, я знаю, где живёшь. Я знаю, где живёшь. Ну, я пока не знаю, но я могу узнать, если нужно. Но я не буду узнавать, где живет твой сын, твой и еще там внучка. И я ничего не угрожаю, я ничего не буду делать. Я, наоборот, хотел бы быть с вами друзьями. Все будет хорошо. И у вас, и у меня все будет хорошо. Не беспокойтесь. Не надо подавать меня в суд за угрозы. Не надо меня штрафовать, у меня нет денег. Я бывший скрипач, и я художник просто. Можете смеяться, мне все равно. Ну что, я скоро, рано или поздно я сдохну раньше вас. У меня нет высшего образования, нету ничего, да. Все. Я сейчас поем, еще приму таблетки, нейролептик Фабержен, 5 миллиграмм, и флуоксетин, 2 таблетки, по 20 миллиграмм отечественных. Наверное, ничего не записала, мне без разницы. А записала. Какая разница.
Я выложу, можете посмеяться. Давайте, смейтесь надо мной. Смейтесь надо мной. Скажете, ты драматизируешь, ты выставляешь себя каким-то жалким, чтобы мы тебя пожалели, да, там, да, да, конечно. Что ты типа прикидываешься, когда плачешь, да? Нет, я не плачу, я вообще смеюсь сейчас, представь. Смеюсь, блин. Сейчас я найду свои очки. Меня нигде не берут на работу. Меня нигде не выставляют, потому что я писарсон, но нон-граф. Я просто... Менты меня запугали и мне поставили еще диагноз на всю жизнь. Я не знаю даже какой, но это... Она любит ставить диагноз, она же бог. Ты же бог, кто ставит диагноз. Когда ты будешь выходить из своего... Ты знаешь, ты можешь выходить... После работы своей психиатрической клиники. И думаешь, тебя охрана будет охранять. Я ничего тебе не угрожаю. Я ничего тебе не сделаю, потому что я жалкий. Я даже не додумался вырвать у тебя из рук карту. Карточку свою. И тогда бы я лишил тебя возможностей. Лишил бы тебя всего. Но ты не способна к милосердию. Ты не понимаешь. Ты можешь только ухмыляться над такими, как я. Издеваться государственной этой психиатрии. Я могу рассказать, как я был в психушке, там были уголовники, там половина надзирателей было из самих больных, которые более-менее адекватные. И знаешь, какая там жестокость? Не знаешь? Ни один чертов журналист об этом не напишет. Здесь продажные СМИ, они пишут только про своих этих... Про своих пишут, про... Тех, кто в администрации, про которые плевал на людей, про чиновников пишут. Есть фото, видео, доказательства. Это про меня, не про ментов пишут. Вот моя мама пришла. Сейчас будет. Я принес. Я потерял свои очки. Можешь помочь найти, пожалуйста? Я потерял свои очки. Я ничего не вижу. Ты их это. Они у тебя незаметные. Тебе надо, чтобы они были более заметны. Я их постоянно теряю. Ну так ты надо так сделать, наклей на него на них что-нибудь или чего. Какой-нибудь этот. На тебя кричали сегодня на работе? Нет. Нет? Ну, ты сидишь, где кондиционер, там, да? Прямо у спины. Уже нет? У меня наоборот, кондиционер напротив сидит она. У нее над ней кондиционер. Ты говорила, что за кондиционера у тебя пневмония. Я сделал там обращение к твоему коллективу и работодателям, чтобы они... Змеиный коллектив этот. Я знаю, что женский коллектив, он может быть змеиным. А мужской более спокойным даже. Хотя там тоже ужасно мне было. Короче. Что, ты дома оставил у себя эти очки? Нет, как дома, как бы я дошел до сюда. Я нашел акриловую краску, нашел, где купить материалы, нашел, где купить, ну, в магазине, на чем рисовать, писать краской акриловой. И теперь... Ты где оставил очки? Блин. Просто я... В магазине, что ли? Да нет, какой магазин? Как бы я добрался до дома? Я вообще ничего не вижу. Я где-то куда-то их положил просто. Здесь, на кровати, может. А, я снял их, на кровать положил, да. Все.
Я тут немного на гитаре пытался играть. Ты те ссылки, которые я тебе дала, смотрел? Сейчас посмотрю. Я просто выкладывал свое творчество и общался с теми, кто пытается мне помочь, там, пару человек. Ну, сбросили тебе хоть какие-нибудь деньги, нет? У меня нету больше денег, я тебе последнее дал. У меня... Ничего мне не сбросили, у меня нету больше, ноль. Я их не, все равно не трачу. А на что ты акриловые краски покупал? Я не покупал их. Я просто смотрел, сколько они стоят, сколько есть, они есть ли они в наличии. Ну ты увидел, что они стоят? Там я записал на видео, там за 150 есть в тюбик. 150, есть 50, 70 рублей, есть, ну там разные. Чем больше тюбик, тем больше цена. Нет, ну, есть в наборе там за 300 набор. С чем-то или за 200 набор. Вот а набор есть большой, бери. Есть большой набор за сколько-то там. Я записал на телефон. Ну ты возьми цены. Хотя бы набор. Набор дешевый. И посмотри, как рисовать им. Хорошо. Магазин, я знаю, где он. Какой? Рядом. Там, где живет Слава, который меня предал, подставил в 2012-2013. Из-за чего у меня язва желудка теперь на всю жизнь от стресса. Из-за одной прекрасной дамы, которая выглядит как пудж. Пудж. Которая просто высказала, прокляла меня и прокляла меня, высказала. У меня еще на работе стресс был. И у меня язва желудка на всю жизнь теперь. Благодаря тебе. Раут. Фамилия Раут твоя. Светлана Раут. Ты знаешь, кто ты. И Слава мой друг детства, которому я в детстве там пригрел змею, блин. Радуйся жизни. Мне недолго осталось. Да я сам с собой, как наша бабушка, разговаривает. Знаешь, наша бабушка, она каждые 5 минут кому-то смерти желает и говорит это вслух. И когда я с ней в саду работаю, я это слышу. Но я не обращаю внимания, это откладывается мне на бессознательном. Нету больше вот этой вот бумаги, на которой рисовать. Не продается в этом магазине. Придется мне вот это рисовать, то, что вы не цените. Вам почему-то не нравится этот рисунок, там никто не оценил там вообще. Вот рисунок, смотри. Где я с крыши прыгаю. Где я с крыши прыгаю, где меня повесили. Где распятие. Сейчас, подожди. Ну что ты? Там одна, ну, девушка, она говорит, что будет помогать мне и хочет волонтеров собрать, которые будут мне немножко скидывать. Ну хорошо. Она с тобой созванивалась, Марьяна. Она хочет мне помочь и поступить, помочь хочет. Ну так тебе надо документы собирать. Да. Я не поняла, с 15 июня? Или до 15 июня надо? По-моему, с 15 она сказала. Начнутся это самое, дальше документы. Да, и мне нужно подготовиться еще. Да, нужно их копию или что там. Ну это надо сканировать, по интернету отправить. Мне нужно запить срочно водой. Ну вот же, где была, где? А, я просто взял. Принеси ее сюда. Я для кофе взял. Все, ее сюда быстро верну мне. Все, он берет. Тебе кто разрешал ее брать вообще? Это для воды. А не для кофе. Тебе что, кружек мало для кофе? Вот
так с тобой разговаривает начальница. Принёс. И ты со мной, если ты со мной так же разговариваешь. Если бы она по-доброму с тобой разговаривала, ты бы по-доброму со мной разговаривал. Я не люблю, когда у меня здесь, извините меня, лежит все на месте, я прихожу, оказывается, ничего нету на месте. И все уже в другом месте. Ты понимаешь? Просто мне нужно вот так вот это вот, если есть такая же, то пожалуйста. Тебе помыл что, посуду. Мало кружек? Они мне не подходят, мне нужно вот это именно, потому что я больной. Мне нужно пить из-за это именно. Ты таблетку выпил? Выпил сейчас. Вот ты приедешь, и я здесь сядем в капусе. Я вымыл посуду, и мне нужна именно вот такая, такой формы. Ой, Саша. Мне нужно такой формы именно. Я на голодный желудок два раза выпил сегодня таблетки. Ну ты сейчас кричать будешь на меня. Если не будешь кричать, я буду есть там. Мне нужно именно такой формы, я не могу. Мне нужно именно такой формы, это важно для меня. Раньше не было важно. Нет, мне важно. Всегда было, просто я не говорил об этом, блин. Тряпочку бы для протирки, короче, все.